На прошлой неделе мы с вами начали новый годичный цикл изучения Торы, и первой главой, которую мы начали изучать, была глава Берешит, и в начале, что значит, и по сути, если мы посмотрим, то эта недельная глава, она полностью раскрывает наше мессианское или христианское мировоззрение. Есть Бог, Бог, Он творец всего. Человек – Божье творение, которое Бог сотворил с определенной целью. Я не буду вам сейчас говорить и акцентировать внимание на грехопадении и плане спасения. Не буду этого делать. Хочу сфокусироваться, остановиться на мировоззрении в общем. Итак, человек – Божье творение, которое должно существовать с определенной Творцом целью и по утвержденным этим же Творцом принципам. Мы с вами же, верующие в Иешуа Мессию, спасенные дети Божии, мы с вами те, кто согласились, что Бог, Он Бог Авраама, Ицхака и Якова, Он Творец всего. Мы согласились, что Иешуа Хамашиах является Господом и Спасителем этого мира, а Руах Акодыш является тоже Богом, третью ипостасью Всевышнего. И после смерти и воскресения Иешуа живет в сердце каждого человека, который рожден свыше. При этом на основании Божьего Слова мы видим, что Божий замысел для человечества, он еще не раскрылся полностью. Еще должны пройти определенные Богом события. И я думаю, что мы понимаем или должны, во всяком случае, понимать, что являемся активными участниками раскрытия этого плана. Но тут мы сталкиваемся с определенной проблемой. Действительно, или правильнее будет сказать, активными участниками Божьего замысла мы можем быть при определенных условиях. Это условие является наше правильно сформированное мировоззрение. Причем в этом мировоззрении мы должны иметь правильный взгляд не только на Бога, не только на мироздание, на то, как Бог все сотворил, но иметь правильный взгляд на самих себя. Другими словами, я скажу, что нам с вами важно понимать, кем мы являемся, кем я являюсь в контексте Божьего замысла. И скажу вам, что мои личные наблюдения показывают, что современные верующие очень часто не понимают, кем они являются в Божьем замысле и кем их делает Иешуа Хамашиах после их рождения свыше. Если сегодня спросить христианина, кем ты являешься, основной ответ будет: «Я дитё Божье». Да, я Божье дитя. И мы действительно с вами являемся Божьими детьми. Это правда на 100%. Каждый человек, который родился от Бога, он является Божьим ребенком в Иешуа Мессии. Но в контексте нашего с вами мировоззрения, вообще в контексте Божьего замысла, Бог предусмотрел для нас нечто большее, чем просто сыновство. Если мы внимательно с вами читаем Священное Писание, то должны заметить, что после смерти и воскресения Иешуа Хамашиаха Бог акцентирует особенное внимание на том, кем мы с вами являемся. Львиная доля посланий Брит Хадаша, Нового Завета, она как раз нам и говорит об этом. Если мы посмотрим, эти многие послания начинаются приветствиями, в которых Дух Святой показывает, кем являются адресаты, к которым Он обращается. А этими адресатами являемся мы с вами. Дух Святой через века, через поколения, через Слово Божье Он обращается нам с вами. Я прочитаю вам несколько текстов, чтобы иллюстрировать
вот это Божье обращение, которое показывает, кто мы такие. Иуда, 2 стих, послание Иуды, 2 стих. Иуда, раб Иешуа, Мессии, брат Якова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится. И интересный простой текст, который мы, в принципе, читаем так. Ну, это приветствие. Но Бог здесь называет нас призванными. Он говорит, я призвал вас, вы призваны Богом богов и царем царей. Вы не просто какие-то прохожие, вы призваны Богом. Бог призвал вас. Дальше он говорит, что вы освящены, освященные. Он обращается к освященным. Бог взял вас, отделил от этого мира. Он осветил вас. Сам Бог осветил вас. И он говорит, вы сохраненные. Бог хранит вас. Бог заботится о вас. Бог бережет вас. Бог являет для вас милость. И это очень важные тексты. Второй текст прочитаю. 1 Коринфянам, 1 глава, 1-3 стих. Павел, волею Божию призванный апостол Иешуа Мессии и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным в Иешуа Мессии, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иешуа Мессии во всяком месте и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа нашего Иешуа Мессии. Тут Павел называет нас опять-таки освященными. Он называет нас святыми. Он говорит, вы святые. Вы не просто, вы призваны и вы святые. И это, друзья, как я сказал, это очень важные слова Писания, которые читаются всегда нами так бегло, но которые очень важны. Почему они важны? Да потому что они формируют в нас самоопределение, чтобы мы понимали, кто мы такие, кем я являюсь в Боге. И сегодня я хочу говорить о том, кем мы с вами являемся в Божьем замысле от сотворения мира. Моя проповедь так и называется «Кто я такой?». И свои размышления я хочу начать сначала, то есть с главы Берешит, и прочитаю вам текст. Это Берешит, 1 глава, или Бытие, 1 глава, 26-28 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всеми морскими и рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И из этого текста мы видим, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Что это значит? Это значит, что человек сотворен по образу и подобию царя царей и Господа господствующих, по образу самого Бога. И что человек был наделен определенной властью и силой. Причем эта власть и сила, она исходила от самого Творца. И при этом отражала его царственное или царское достоинство, царственную власть. И первая истина о человеке, что он создан с даром царственности в самой его природе. Конечно, мы знаем, что потом было грехопадение, и оно, по сути, лишило человека его царственности. Потеряв свою власть, вот это царское достоинство, человек перестал вести все творение по задуманную Богом замыслу и начал его использовать для своих эгоистических целей. Я думаю, что нам всем это хорошо известно и знакомо, все для меня любимого. Но это было в прошлом. Сейчас у нас все по-другому. Амен. Хорошо.
А такое мышление – это не что иное, как рабское мышление. Потому что царь, он не может так думать, потому что царь, он по сути обладает всем. Рабское же мышление, оно желает обладать многим. Таким образом, с грехопадением к человеку пришло рабское мышление, которое заменило его царское достоинство. Но грехопадение отняло у человека не только это. Помимо царского достоинства, человек потерял еще и свое священство. И в книге Бытие во 2 главе мы читаем: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». А через несколько стихов, мы уже считаем с 19 стиха по 20, «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». И мы видим, что человек был сотворен как посредник между Богом и творением. А посредник между Богом, кто такой вообще посредник? Посредник – это священник. В чем же тогда была священническая миссия Адама, если еще не было необходимости приносить жертвы Богу? И его священническая миссия, она выражалась в том, что он должен был положить свою жизнь в жертву для исполнения Божьего замысла. То есть для возделывания сада и его охраны, как мы с вами прочитали в Писании. Но, как я уже сказал, грехопадение, оно сделало из человека эгоиста. Теперь, друзья, давайте мы так в нашем сознании, воображении телепортируемся к горе Синай. Как мы знаем, Бог избрал Авраама и произвел от него великий народ, народ, который играл и который играет ключевую роль в Божьем замысле. Итак, этот народ находится у горы Синай перед тем, как вступить в заветные отношения с Богом и что ему предлагает Всевышний. Бытие, 19 глава, 4-6 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников, народом святым». Что мы видим? Бог предлагает восстановить священство всего народа, причем обещает ему свое царство. Но что делает народ? Уже в следующей главе мы с вами читаем, что народ опять отказывается от Божьего замысла и говорит: «Нет, нет, Моше, ты иди, иди сам, мы здесь постоим подальше от Бога, мы немножечко боимся». Таким образом, мы видим, что Бог, Он хочет восстановить человека в первоначальный образ, но Он понимает при этом нашу перстность, поэтому приготовил свой более совершенный план. Теперь давайте перенесемся еще немножко дальше в нашем воображении, перенесемся в Брит-Хадеша, в Новый Завет. Хорошо нам всем с вами известный текст. 1 Петра, 1 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Я думаю, что многие из нас знают этот текст наизусть. «Но вы род избранный, царственное священство». Аллилуйя! Апостол Петр называет людей, которые вступили в новые заветные отношения с Богом, царственным священством. А этими людьми, друзья, являемся мы с вами, верующие в Иешуа Мессию. Апостол Иоанн также в своем откровении, в 1 главе, в 6 стихе, он
называет нас царями и священниками Бога. И по определенным причинам у апостолов были все основания, чтобы нас с вами так называть. Что же это за причины? Как говорит Священное Писание, что Иешуа во время своего земного служения был и, конечно же, сейчас является царем царей. Будучи 100% человеком, он не был лишен своей божественности, но в своем человеческом проявлении явил свое царское достоинство этому миру. И Иешуа Мессия на кресте Голгофы, он искупил человека в его царском достоинстве, вернув всякому верующему в него через рождение свыше истинную природу человека. Будучи новым Адамом, Иешуа восстановил в себе природу человека в ее первоначальном смысле, в первоначальной силе, в первоначальной славе. И в 1 Коринфянам 15 главе 45-48 стих написано: «Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные». И мы с вами, друзья, мы небесные, амен, потому что мы дети небесного Отца, Бог родил нас. Мы дети Его Царства, мы небесные. В этом и есть совершенный замысел Бога. И хоть мы пребываем с вами в нашей плоти, все же, которая еще согрешает, и живем в этом мире греховном, но все же мы дети Божьего Царства, в который Царь Иешуа, Иешуа Царь, Он восстановил царское достоинство. И тут нам очень важно понимать, что это восстановление не может быть осознанно в отрыве от креста Голгофы, потому что только на кресте было утверждено Его царство в Его, как я уже говорил, человеческом проявлении. Об этом свидетельствует даже сама табличка. Вы помните, что после воскресения Иешуа, какая была на кресте таблица? На трех языках было написано «Царь иудейский». Это было утверждение Его царства. Царь иудейский. Но на том же кресте утверждено Его царство было в Его божественном проявлении, потому что в Писании говорит нам, что Бог по воскресении поставил Иешуа. Я процитирую, это Ефесянам, 1 глава, 21-22 стих. Бог поставил Иешуа превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего. И именно крест Голгофы, Он является одним единственным истинным символом, который сообщает нам о даре царственности для нас, о даре царственности, который Иешуа восстанавливает в нас, детях своих. Но Иешуа восстанавливает также наше с вами и священство, которое человек утратил во время своего грехопадения. И тут нам важно понимать, что это священство восстанавливается благодаря священству самого Машеха. Причем это священство, оно также коренится в его человеческой природе. Я говорю о человеческой природе Иешуа. В Евреям 5 главе 7-10 стихе написано: «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершивший дело для всех послушных его виновником спасения вечного, быв наречен от Бога
первосвященником по чину Мелхиседека. Это раскрывает для нас, что наше спасение, оно созиждется на том, что Иешуа, будучи царем и священником, воспринял человеческий облик, и он, будучи этим новым Адамом, совершенным человеком, он воссоздает нас в целостности и полноте, делая нас царственными священниками. Или как в другом переводе написано, царскими священниками. Но тут нам важно понимать, что как Иешуа, Мессия, был одновременно царем и священником, так и мы в самих себе имеем эти две части. И как писал Петр, то, что мы цитировали, мы царственное священство. Но наше царственное священство мы можем реализовать только лишь в неразрывной связи со Христом. Это и есть, друзья, наше правильное самоопределение. Мы не можем быть царственными священниками вне Христа, потому что Он был и царем, и священником. И только в Нем восстанавливается эта наша часть царственного священства. Я повторю еще раз вам, друзья, что наше самоопределение будет действительно правильным только в неразрывном единстве с Иешуа Мессией. Мы не можем быть царственными священниками в отрыве от нашего царя и от нашего первосвященника. В отрыве мы будем эгоистами, которые одевают на себя эту мантию религиозности. Без Христа мы будем этими религиозными деятелями, но в Нем, только лишь в Нем, только лишь с Ним мы будем действительно царственным священством. Только неразрывная связь с Мессией, причем Мессия распятым и воскресшим, дает нам силу совершить путь нашего спасения. А это значит, что в нашем единении с Господом крест Голгофы, он должен занимать возвышенное главное место и никогда не меркнуть. Потому что померший крест в нашей жизни приводит к эгоизму нашего ветхого, вот этого неизмененного плотского человека. Об этом предупреждал нас и говорил Рав Шауль в послании к евреям, 12 главе, 1-3 стихе. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Взирая на распятого Мессию, взирая на крест, на котором Мессия был распят, Павел говорит, мы никогда не ослабеем, мы никогда не впадем в гордость, мы никогда не отойдем от Мессии, когда мы будем взирать на Него. На Иешуа, который на кресте, который смирил себя, подчинил воле Бога. И мы можем подчинить себя воле Бога только лишь тогда, когда мы будем взирать на крест Голгофы, помня то место и того, кто является виновником нашего с вами спасения. Но, друзья, я хочу с вами все-таки вернуться и рассмотреть практическую сторону нашего с вами царственного священства. Если мы посмотрим в саму идею царственности, то что является ее атрибутами? Что является атрибутами царства? Царственность. Атрибутами, естественно, совершенно верно, атрибутами царственности является власть и сила. Причем нам надо с вами понимать, что это сила и власть даны нам самим Богом. И эта и сила, и власть, они отображают
не нашу с вами силу и власть, а Его силу и власть. Та сила и власть, которой мы наделены, отображают силу и власть самого Бога. И тут важно заметить, что эта сила и власть – это ни в коем случае не орудие нашего с вами самоутверждения. Я скажу, что это скорее наше с вами призвание, которое должны мы проходить с вами в состоянии смирения, кротости и неразрывной связи с тем, кто нам эту силу дал. Неразрывной связи со Христом, неразрывной связи с Мессией. Что же это за призвание? Как нам с вами его реализовать в полноте, это призвание, друзья? Ведь Иешуа восстановил наше царское достоинство, которое мы имели в мире до грехопадения. А сейчас мы живем в мире, который все-таки испорчен грехом. Я думаю, мы все с вами это понимаем и ощущаем, в каком мире мы живем. Как же нам с вами быть? Что же нам с вами делать? Как нам с вами формировать свое мышление? Какие должны быть наши шаги? И тут нам надо понимать определенные моменты. Да, мы однозначно живем в падшем мире, и, скажем так, царем этого мира является никто иной, как дьявол. Да, в этом мире происходят страшные дела, этот мир страшно испорчен грехом. И действительно, когда мы открываем Священное Писание, мы читаем, что написано, вот 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче». Да? Кто любит мир, в том нет любви Отче. И дано четкое указание, не любите мира. Но то же Писание показывает нам далее, о каком мире идет речь. Неужели Бог говорит, не любите всего творения, которое я сотворил? Я думаю, что немножко не об этом речь. Он дальше раскрывает, какой мир мы не должны любить. И в 16 стихе об этом мире написано. Он говорит о мире, который наполнен похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. И нам важно понимать, что именно этот мир, наполненный похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, он был осужден на кресте Голгофы. Этот мир. Но, друзья, хочу обратить ваше внимание, что этот же самый мир, он был спасен тем же самым грехом, крестом Голгофы. Мир, в котором мы с вами живем, он был спасен крестом Голгофы. И Бог желает восстановления этого мира. Он желает восстановления всего творения. Он хочет вернуть свой божественный порядок на эту землю. И как мы с вами читаем в послании к римлянам, что вся тварь, она стенает в ожидании, все творение, оно ожидает восстановления человека, который должен сыграть ключевую роль в Божьем замысле, чтобы когда Божий замысел, он завершится, все творение, оно пришло в первоначальное состояние, по замыслу самого Всевышнего. И я скажу, что, друзья, мы хоть с вами и живем в этом мире, но являемся детьми, являемся царями и священниками Божьего Царства, в который Бог, скажу еще раз, Он восстановил царское достоинство. И пусть наше Царство, это Божье Царство, оно и невидимое в данный момент, и должно раскрыться в полноте только лишь в будущем, но мы уже на данный момент призваны к тому, чтобы утверждать это Божье Царство на этой земле. И Бог именно поэтому в своих детях Он восстанавливает царское достоинство, потому что Царство Божие можно только утвердить тот, кто имеет это полномочие, кто имеет эту силу и власть, которой Бог
наделяет. Только лишь тот может утвердить это царство, не имея вот этих атрибутов царственности, не имея царского достоинства, мы не можем утверждать Божье царство на этой земле. Но Бог именно поэтому наделяет нас этим, друзья. Причем утверждать мы должны это со властью Божьих детей. Как написано в 1 Иоанна, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Бог не просто сделал нас, говорит, все, ты уверовал, ты дитё Божье. Он говорит, нет, я даю тебе власть быть царским ребенком. Он говорит, я тебе даю власть быть дитём Бога богов и царя царей. Поэтому, будучи детьми царя, мы должны любить этот мир, как Божье творение. Любить этот мир, понимая силу и власть, которую Бог восстановил в нас во Христе. При этом жить нам надо, чтобы утверждать это царство на этой земле. Нам надо жить с целью, которая есть в Божьем замысле, чтобы человек, как венец Божьего творения, он был восстановлен. И нам надо приводить людей к месту восстановления. Это кресту Голгофы, чтобы Машиах восстановил и их сыновство, и их целостность, наделив их тем, что человек утратил в Эдемском саду, но что Иешуа Машиах восстанавливает, чтобы в будущем восстановить не только человека, но все творение. Бог хочет восстановления всего творения. Мы с вами читаем в книге Откровений, что в конце времен будет новое небо и новая земля. Конечно, не написано, как это будет происходить, или Бог трансформирует эту землю, или, может быть, будет это новое, но будет новое, где мы с вами будем участниками, те, кто уверовали в Иешуа Мессии. И Бог восстановит творение. Я все-таки, вот мое личное мнение, что все-таки будет эта земля преображена по первоначальному Божьему замыслу, что Бог не уничтожит. Но об этом богословы имеют разделенное мнение, но я придерживаюсь этого мнения, что вот Бог хочет восстановить то, что есть. Это его замысел. Но чтобы жить, друзья, подобным образом, нам необходимо, как говорит Писание, взирать на крест Голгофы и распяться же Христу на этом кресте. Рав Шауль писал в Галатам 6 глава 14 стих, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Голгофы, крестом Господа нашего Иешуа Мессии, которым для меня мир распят, и я для мира». Братья и сестры, мы должны быть распяты для этого мира. Да и для себя мы должны быть распяты, потому что наше вот это человеческое иногда берет верх. Именно такое состояние нашего сердца, оно позволяет нам исполнить нашу священническую миссию. И мы уже с вами говорили, что роль священника – это быть посредником между Богом и человеком. Но Писание говорит нам, 2 Тимофея, 2 глава, 5-6 стих, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Мессия Иешуа, предавший себя для искупления всех». Как же нам быть посредниками, если Бог один посредник? Един посредник Иешуа Мессия. И если мы посмотрим на подвиг души Иешуа, то он стал посредником каким образом? Он стал посредником, принеся себя в жертву, будучи первосвященником. Он принес себя в жертву. Он добровольно умер за грехи этого мира. И наша миссия, священническая миссия,
привести людей к Нему, тому, кто является посредником действительным. Его жертва, она принесла нам не только, друзья, искупление и оправдание, но показала пример для будущих поколений, для нас с вами. Иешуа своей жертвой, своим священством, Он показал нам пример, чтобы мы, будучи священниками, шли по следам Его. Так говорит Писание. Он показал нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И наше священство возможно только при условии, если мы принесем свою жизнь в жертву Богу. Это то, что я говорил в начале о священстве Адама. Его жертва была его жизнь, которую он должен был положить для возделывания Эдемского сада. Наша жертва – это наша жизнь, которую мы должны положить для утверждения и распространения Божьего Царства. Именно поэтому Ральф Шауль, он призывает нас в послании Римлянам и говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши», то есть представьте жизни ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Вся наша жизнь, она должна быть принесена в жертву Богу. И в этом есть наша священническая миссия. Только так мы можем быть посредниками, похожими на нашего посредника, который, будучи первосвященником, положил, отдал свою жизнь в жертву. Так и мы с вами, будучи священниками Бога, должны отдать свою жизнь в жертву живую для служения Богу живому и истинному. Если ты это сделал в своей жизни, то тогда ты действительно станешь тем посредником или священником между Богом и творением, тем, через кого Бог будет приводить этот погибающий мир в свой миропорядок сообразно Его Божьей воле. И, друзья, мое послание подходит к концу. Я очень хотел, чтобы у нас было понимание, кем мы являемся, кто я есть в этом божественном замысле, кем меня делает Иешуа. И если ответить на этот вопрос, кто я такой, то я могу смело сказать, что я и ты являемся, мы вместе являемся царственным священством. Я и ты царственное священство. Я и ты, мы те люди, которых Иешуа, в которых Иешуа ха-Машиах восстановил царское достоинство, наделил нас своей силой, наделил нас своей властью. Властью кого? Властью самого Царя царей и Господа господствующих. Дух Божий, Он живет в нас, и Он наделяет нас силой. Он наделяет нас силой и властью для чего? Для чего? Для проповеди Евангелия. Для проповеди благой вести, для того, чтобы мы шли и рассказали этому миру о Иешуа Мессии. Чтобы мы приводили людей не в иное место, даже не в церковь, а к кресту Голгофы. Церковь не спасет человека, спасает Иешуа, умерший на кресте и воскресший. И наша миссия – приводить людей ко Христу. Я и ты, мы те люди, которых Господь Иешуа поставил священнодействовать, провозглашая совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И эта миссия, друзья, это миссия не только служителей, это миссия каждого, потому что каждый из нас, я и ты, мы являемся царственным священством. Все вместе, каждый в своем призвании. И я думаю, что если Бог позволит, то на следующем шаббате мы поговорим с вами о призвании. Я и ты, мы те люди, в жизни которых никогда не должны померкнуть
крест Голгофы. Потому что крест Голгофы – это символ нашего искупления и нашего восстановления. Я уверен, что дети Божьи, они не могут существовать в отрыве от креста Голгофы, в отрыве от нашего Господа. Мы не можем существовать. Мы не можем быть царями и священниками без Него, без нашего царя, без нашего первосвященника. Мы не можем быть. Только у Его ног мы обретаем и утверждаемся в уверенности нашего спасения и нашего восстановления. Как я могу быть уверен, что я восстановлен? Только пребывая рядом с Ним, взирая на Его пример, взирая на Его жертву, взирая на Его победу, взирая на Его силу, я могу иметь победу, я могу иметь силу, я могу понимать то, кем я являюсь. Только в неразрывной связи со Христом это может происходить, друзья. И сегодня я призываю всех детей Божьих принять для себя Божий замысел, который Бог определил от сотворения мира. Сегодня я и ты, мы можем встать на свои ноги и сказать: «Я царский священник». Здесь есть царские священники. Давайте мы встанем на свои ноги. Давайте мы прославим нашего царя, нашего первосвященника. Давайте мы поблагодарим его за крест Голгофы, на котором произошло наше восстановление в нашем царском достоинстве. Поблагодарим Его за то, что Он действительно соделал нас посредниками, теми посредниками, священниками, которые могут положить свою жизнь в жертву живую, святую, благоугодную для служения нашего Богу. Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за Сына Твоего. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что свою любовь Ты доказал нам, отдав Иешуа на крест Голгофы. Машиах, взирая на подвиг Твоей души, Боже, наши сердца, они умоляются, и мы говорим: спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты был послушный даже до смерти крестной. И на кресте Ты восстановил нас, Господь. На кресте Ты явил нам спасение и победу. Мы благодарим Тебя. И доколе святый есть дыхание в наших устах, доколе есть в нас дыхание нашей жизни, мы будем славить Тебя и поклоняться. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам помнить, что мы царственное священство, наделенное атрибутами силы и власти для того, чтобы привести этот мир по Божьему замыслу в тот миропорядок. Благословенное имя Твое.